сейчас прозвучит произведение двойного авторства. Михаил Иванович Глинка, автор большого количества песен. И, пожалуй, самой популярной его песней является песня «Жаворонок». Она практически стала народной. А уже после кончины Михаила Ивановича, через 7 лет, большой почитатель его творчества, композитор и блестящий виртуозный пианист Милий Алексеевич Балакирев, сочинил для фортепиано одну из самых популярных русских концертных фантазий. Фантазию на тему песни Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». И вот так мы решили специально к юбилеям, двойному, такому тройному даже юбилею, мы сделали для публики своеобразный подарок. Мы сделали переложение для виолончели и фортепиано этой концертной фантазии. Итак, Глинка Балакирев, концертная фантазия «Жаворонок», версия для виолончели и фортепиано.